Сергея Катрана, совершенная в пространстве 55-й Венецианской биеннале, ведет удивительный диалог в пространстве еще одной большой традиции между цивилизацией и культурой. Причем цивилизация здесь играет часто роль как бы негативную, захвата культуры пространства, и превращая пространство в эмпирическое пространство, превращая его в функциональный мир, в котором уже мир, социализированный мир, теряет свою сакральность, теряет свою священность. Искусство Сергея Катрана в этом пространстве, наоборот, возвращает сакральность, возвращает священное начало культуре и одновременно является инструментом по экологическим воздействиям на сам реальный мир и на культуру. Удивительно, что это происходит в пространстве водной стихии. Потому что вода сама по себе – это образ Венеции, и вода – это та стихия, которая часто периодически заливает саму Венецию. И вместе с тем вода содержит в себе информацию. Вода – это память. И вот это возвращение памяти, естественной памяти, реальности и человечеству, и культуре, действительно стало основным звеном, основной осью в акции «Сережа». И вот я вспоминаю два других события, которые были связаны с подобными акциями. Это 1963 год, когда команда поп-артистов во главе с Робертом Раушенбергом, Джастином Джонсом, совершила десант на Венецианской биеннале. Роберт Раушенберг получил первую премию, высшую премию на биеннале. Когда поп-арт, как цивилизация, которая пытается освоить культуру с точки зрения ее вторичной реальности, превращается также в экологическую акцию. Но вот спустя несколько десятилетий, это 4 года тому назад, было тоже замечательные два события. Это событие, когда Илья Кабаков и Эмилия Кабакова представили свой корабль, парусный корабль, где паруса были созданы из детских рисунков. И вот эти детские рисунки, это детское, вот это детское состояние, состояние первичности, состояние обращенности к природе, к естеству, они удивительно рифмовались еще с одной акцией, тоже нашего художника Александра Пономарева, «Подводная лодка», когда всплывала рядом с Фоской, с университетом, всплывала подводная лодка, охраняя территорию университета. В этом же году акция Сергея, она также пытается сохранить территорию искусства, причем не просто сохранить, а обратиться как бы к памяти искусства. И вот его объекты, вот эти так называемые резиновые мины, плавательные такие аппараты, они брошены в зоне лагуны, там где джарбин, там где собственно сады, там где некая естественная первозданность, и там где основные павильоны, национальные павильоны Венецианской биеннале, они образовали защиту, которая продолжала в самой лагуне. И акция в лагуне, акция опять возвращения к воде, к памяти воды, здесь определила ситуацию не только акцию Сан-Сергея Катрана, но и всю ситуацию биеннале. Повод, как бы основному тезису Массимилиано Джоли, ведущего куратора Венецианской биеннале, проблема сегодняшняя – возвращение к нашей памяти и охрана нашей памяти. И вот вода, хранящая память, жизнь, память, как бы состояние первозданности, она охранялась в этой части лагуны, где непосредственно открывается биеннале, охранялась акция Сергея Катрана. Причем вот эта акция, она была как бы связана также с такой стратегией, которая называется топ-секрет-арт, сверхсекретное оружие, где культура становится сверхсекретным оружием, одновременно обладая своей демократической формой. И вот эти резиновые шарики, это своеобразные игрушки. И вот когда шел Сергей, шел в пространстве этой лагуны, шел через мост, и вот эти бросал свои вот эти шарики, он бросал детские игрушки фактически вот в лагуну и возвращал не только наши воспоминания, первые наши тактильные встречи с игрушкой, но и возвращал абсолютную память человечества. Эта память была как филогенеза, так онтогенеза, где ребенок возвращается к своему истоку, так же как человечество возвращается к самому истоку. И вместе с тем вот эта резиновая, как бы, резиновая игрушка, резиновая мина – это своеобразная симметрия воздушному шарику,
воздушный шарик, падая с неба, как взлетая, одновременно, может быть, обретая новую гравитацию, начинает плавать в пространстве лагуны. Вот эта синяя земли и неба символизирует еще удивительно тоже такую не просто экологическую связь, но символическую связь, которая идет от античности. Плавательный аппарат, который спустился с неба. Вот это НЛО, спустившееся с неба, и дает возможность еще охранять тот мир, в котором он пребывает. Я думаю, что акция Сергея Катрана, она не только как бы носит характер вот сегодняшней актуальности, не только она абсолютно совпадает с самой как бы идеей Биеннале, но одновременно она носит глубокий такой универсальный смысл, направленный в будущее. Декларация. Считаю, что территория искусства – это минное поле, обращенное внутрь себя. Путешествуя по этой территории, ты постоянно подвергаешься риску наступить на мину. Пошлость, звездная болезнь, коммерциализация – это далеко не весь перечень мин, с которыми может столкнуться человек, вступивший на территорию современного искусства. Но это также минное поле, обращенное вовне. Оно служит защитой для художника и для зрителя от коммерциализации, пошлости, звездной болезни, от всего того, чем болен современный арт-мир.